Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В среду в Москве ожидается облачная погода и небольшой снег. Как сообщает портал Метеоновости, температура воздуха в столице составит от минус 2 до 0 градусов, а по области столбики термометров опустятся до минус 4 градусов ниже 0. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха около 75%. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!